откровенно говоря, все изведаны моря. Но не думайте, что в плаванье отправляемся мы зря. В мире столько интересного, странного и неизвестного. В нем чудес так много, нас зовут в дорогу Чак и Чок, и волшебный маячок. Сегодня мы будем рассказывать, как проходило награждение участников конкурса «О спасателях мы первыми приходим на помощь». В прошлой передаче мы начали с детского сада «Катюша», но не успели все рассказать. Сегодня продолжение. В конкурсе... Погодите! Сначала поздороваться надо с нашими зрителями. Так мы и здороваемся. Привет, девочки и мальчики. Здравствуйте, друзья волшебного маячка. Доброго дня и хорошего вам настроения, ребята. Вот теперь Чок, пожалуйста, рассказывай. В конкурсе из детского сада «Катюша» участвовало 17 девочек и мальчиков. Ребята из «Катюши» самые первые прислали свои работы на конкурс, поэтому мы к ним первым и приехали. А награждали участников конкурса сотрудники МЧС и ВДПО. В каждом маленьком ребенке, и в мальчишке, и в девчонке, есть по 200 грамм взрывчатки или даже полкило. Должен он бежать и прыгать, все хватать, ногами дрыгать, а иначе он взорвется, тра-ба-бах, и нет его. Вот это детский сад «Буратино». Воспитанники детского сада «Буратино» вот уже 7 лет дружат с «Маячком». И за это время они не пропустили ни одного нашего конкурса. И всегда ребята из этого сада первыми присылают свои работы. И всегда их работы очень интересные, необычные и красивые. В этот раз из детского сада «Буратино» участвовало 13 мальчиков и девочек. Сегодня в детском саду «Стриж» очень важное и торжественное событие. Вот так началось награждение в детском саду «Стриж». Кстати, этот детский сад Чок не угадал. А это потому, что ребята из этого сада первый раз участвовали в нашем конкурсе. Но они прислали классные рисунки, поделки, панно и даже портреты спасателей. В конкурсе из детского сада «Стриж» участвовало 14 мальчиков и девочек. Три работы были отмечены призом зрительских симпатий. Корнеева Романа, Симоновой Ксении, Шашина Никиты. Первый раз в нашем конкурсе участвовали воспитанники детских садов «Салют» и «Ивушка». Из детского сада «Салют» 11 ребят, а из сада «Ивушка» свои работы прислали на конкурс аж 17 девочек и мальчиков. В народе говорят, первый блин комом. О работах ребят из этих детских садов такого сказать нельзя. Они прислали замечательные поделки и рисунки. И мы очень рады, что у нас появилось столько новых друзей. Принимали участие не только девочки и мальчики, но и их родители и, конечно же, воспитатели. Воспитателям, кто помогал ребятам, были вручены почетные грамоты. И сегодня мы им всем говорим спасибо. Мы хотим сказать спасибо программе «Волшебный маячок» за то, что она есть. Каждые выходные она приходит в гости к нашим ребятам, приносит им хорошее настроение. Наши дети с нетерпением ждут встречи с героями Чаком и Чоком, считают их своими друзьями. Но и это еще не все. На этом награждение не закончилось. А что еще что-то было? Сейчас мы отправимся в мультипультию, а вот когда вернемся, я вам расскажу, что было. Отправляемся в
путь, друзья! В мультипультию! Путь! Петушок, петушок, золотой гребешок, масляноголовушка, шелковобородушка, выгляни в окошко, дам тебе горошку. Еще дальше пойдем. Не услышим твоего голоса. Шелковобородушка.
Выгляни в окошко. Дам тебе дорожку. Люди бежали. Орехов насыпали. Рассказываю. Помимо грамот и призов, всем участникам конкурса сотрудники МЧС и ВТПО сделали еще один прекрасный подарок. Какой? Развлекательно-игровую программу. Да? Да. А вы что, разве об этом не знали? А как мы могли знать, если мы поздоровались вначале и нас отключили? Хорошо, в следующей передаче я вам расскажу все подробно. А что, передача уже закончилась? У нас осталось несколько секунд, чтобы попрощаться с нашими зрителями. Тогда прощаемся. Пока, девочки и мальчики. До свидания, ребята. До свидания, наши маленькие друзья. И до новых встреч в передаче «Волшебный маячок».